Да, ну вот же долгожителям хорошо. Если бизнес сегодня идет так вот, ни шатка, ни валка, лет через 50 все заработает, успеется, это вот точно. И, между прочим, американские кардиологи уверены, дожить до 100 лет под силу каждому. Главное соблюдать 7 правил. Итак, каждый потенциальный долгожитель должен забыть о сигаретах. Табачные изделия губительны для сердца и легких. Кроме того, следует отказаться от жирной пищи, разнообразить свой рацион большим количеством фруктов, овощей. Кстати, правильное питание заодно и от лишнего веса поможет избавиться, который тоже не дает нам пожить-то хорошенько. Да, и помимо питания, будущим долгожителям необходимо следить за давлением и уровнем сахара и холестерина в крови. Изменение этих показателей нередко приводит к болезням сердца, а соответственно, к преждевременной смерти. Ну, а держать себя и свой организм в форме поможет, конечно же, активный образ жизни. Просто активно измерять свое давление, да, каждый день, и хорошо.